Музей боевой и трудовой славы в родной 52-й школе – любимое место старшеклассника Никиты Шульпикова. Все вечера он проводит здесь, изучает, как Великая Отечественная война отразилась на истории поселка Кряж. Особенно впечатлило юношу взятие Рейхстага, подписание капитуляции и Нюрнбергский процесс. Он с интересом собирает факты на эту тему, пытаясь разобраться и понять суть тех событий. Беру... со всех источников информации. Я вот люблю смотреть исторические фильмы, я вот читаю исторические книги, ну и по возможности черпаю всю информацию с музея. В те времена нашим русским солдатам есть было за что воевать, за свободу, ну и, конечно, за родину. А вот что касается фашистской Германии, им только была одна цель – это завоевание. Уроки мужества в 52-й школе проходят регулярно. На этот раз в гостях депутат губернской думы. Марина Седухина показывает старшеклассникам военную кинохронику, фотографии о Великой Отечественной войне, документальные кадры первого парада, который прошел на площади Куйбышева в 1941 году. Мне хотелось бы донести до ребят вот именно значимость этого исторического факта. Мы сегодня с ними проговорили, если бы не этот парад, не знаю, как бы были разворачивались военные действия. Мы сегодня вновь вспомнили, что Куйбышев – запасная столица. Мы сегодня с ними поговорили об их родственниках. Ведь это очень важно, что в кругу их родственников есть те, которые действительно были участниками или же тружениками тыла. В этом году уроки мужества в преддверии парада памяти 7 ноября пройдут в 35 учебных заведениях Самары. Но на этом патриотическое воспитание молодежи не заканчивается. Например, в 52-й школе проходит встреча с ветеранами различных войн, в том числе и Великой Отечественной. Большая экспозиция артефактов тех времен расположена в местном музее. Экскурсии здесь проходят регулярно. Раз в неделю обязательно какой-нибудь класс проводит на базе музея классные часы, посвященные 75-летию Победы. В этом году распланировано на весь учебный год. И дети, и родители приходят сюда. Главная тема патриотических встреч сейчас – предстоящий парад памяти 7 ноября. В этом году он посвящен Владимиру Чудайкину. Почетный гражданин Самары был танкистом. Звезду Героя Советского Союза он получил за штурм Рейхстага. Об этом подвиге в 52-й школе знают и помнят. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.